Добрый вечер. Вот сегодня съездили, колынули мы. Там еще два раза у нас оборвался транспортер. Тот вот, который снятый. И этот оборвался. Раз, два. И там он в трех местах, короче. И развалился у нас подшипник. Может, из-за этого рвало. Даже и не скажу. Чего вот. Сегодня 13 число. Может, из-за этого. Вот этот транспортер тоже сняли. Завтра ревизию сделаем. Узнаем, почем новые транспортеры. И здесь вот он подшипник раздолбило. Завтра снимать буду бугель. Надо будет в магазин ехать. Вот. И как бы смотреть. Здесь тоже вроде как бы подшипник был. Сколько лет, ничего не болтается, все надо капитальные ревизии делать. Но это не важно, три сучки, это не важно, пойдет. Вот это непорядок. Вот. Вот вам и верьте, не верьте. 13 число. Старичок мой устал, можно сказать. Свою картошку не выкопал еще, а уже копалка уже, земля жесткая в этом году, прям жесткач капитальный. Вот. Ну что я могу вам еще сказать? Спокойной ночи. День не удался сегодня. Всего доброго.